Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. И сегодня я записываю новое видео по новой нашей рубрике. Это уже второе видео, которое я записываю именно таки по данному аккаунту. Мы ее уже начали, данную рубрику. Эта рубрика у нас посвященная данному аккаунту. Мы собираем свою армию. Как вы видите, я открываю друзья, и вы видите одинаковые никнеймы. Как вы уже могли видеть в предыдущем ролике или заходя на стримчик, мы создали новые аккаунты, на которых мы будем нагибать с нуля. В приоритете у нас, конечно же, догнать команду воров, которая также сама у нас создала аккаунты. Кто не знает, это у нас этим занимается Enigma. Именно таки его мы хотим догнать и начать нагибать. Делаем аккаунты по реферальной ссылочке. Как вы видите, у меня уже вот здесь больше 10 аккаунтов по реферальной ссылке. Безусловно, для меня это очень приятно. Для меня данная рубрика очень-таки интересная. Я хочу ее продвигать. Хочу, чтобы наша армия становилась еще больше. Чтобы нас собиралось на стримах как можно больше людей. Чтобы все у нас заходили максимально на голос. Играли вместе, нагибали, веселились. И, конечно, при этом всем получали только положительные эмоции. И старались сделать намного сильнее нашу команду. Это такое вот призывное видео для всех тех ребят, которые еще не видели, что мы, с чем мы вообще занимаемся, что мы хотим добиться. Безусловно, это очень круто для меня, то, что я нашел, можно таки сказать, то дело, чем мне будет намного интереснее заниматься на стримах. Поэтому, ребят, присоединяйтесь, делайте к клан, не клан тег, а никнейм ваш. Тимпи, нижнее подчеркивание, армии, нижнее еще одно подчеркивание. И вставляйте свой никнейм. Все, в принципе, будет в описании под данным роликом. Все оставлю, все напишу, что надо, все прочитайте. Реферальная ссылочка у нас тоже будет там в описании. Если вам не сложно, то обязательно делайте свой аккаунтик по реферальной ссылке. Ну а что касается вчерашнего стрима, то данная рубрика очень-таки мне понравилась. Хорошо она зашла. Поймал я на данном аккаунтике 3 целых голда, из них 2 простых и 1 контейнер. В контейнере мне не упало такого что-то особенного, упало 125 нитры, но очень-таки было приятно, что даже на новобранцах я смог поймать золотые и даже контейнер. Поэтому присоединяйтесь, пока мы не убежали по звонке, пока мы очень-таки серьезно настроены, нам надо немного-таки еще постараться догнать команду воров, вернее, как команду, можно-таки сказать, это больше, чем команда, там тоже много очень игроков, которые стараются нагибать, но, безусловно, паркуристы, голдоловые, я думаю, не смогут нам составить такого конкретного сопротивления, поэтому приходите сегодня-таки, ребятки, на стримчик в 12 часов по Москве, создавайте аккаунт, все, что надо для аккаунтика, я все оставлю, все делаем по реферальной ссылочке, так как и мне будет проще добавить вас в друзья, то есть если вы создадите аккаунтик по реферальной ссылке, вы появитесь здесь, и я сразу вас смогу быстренько добавить, вам не надо будет искать ни мой никнейм, ничего прочего, просто создаете аккаунтик, и все получается очень четко, приходите на стрим, приходите на голос, все ссылочки я оставлю в описании, поэтому всех жду, давайте, ребят, до встречи.